Всем здравствуйте, дорогие друзья. Ой, вон, походу, капля даже на объектив. Вышли с Настюшей на улицу, а начался дождь. Поэтому мы рядом проходим фикс прайс. Поэтому бежим прятаться под дождь фикс прайс. Вот такой у нас фикс прайс. Все, сейчас заходим. Посмотрим что-нибудь интересненькое, потому что папе завтра в деревню уезжаем. Что-нибудь по мелочи надо купить. Настюшка, да? Смотри, тебе что-нибудь может купить. Настюшка, подошли в игрушки. Смотри, вот это какой-то душ интересный. Насте тоже он приглянулся. Что тут еще? Всякие такие игрушки, мялки. Ой, не знаю, Насте не понравится. Настя, смотри, нравится такой игрушка-мялка. Мягенький такой. Вот, очень много мыльных пузырей. Ну, в принципе, ничего такого интересного, чтобы приглянулось, мне не понравилось. Так. Вот, вот молоточки еще. Настя, у тебя такой молоточек. Есть, Настя, молоток. Вот игрушку мялку свою мне. Так, пока займу Настюшу хоть чем. Так, что еще тут надо посмотреть? Как обычно, прихожу в фикс прайс и все растеряла. Здесь много вот пасты зубной, бытовой химии. Вот. Одежда, тут тоже игрушки. Ну, для Настюшного возраста здесь ничего такого нету. Все, мы уже пришли домой. Сейчас я быстро все распакую и покажу вам, что купили. Так. Сразу покажу, что купили в фикс прайсе. Взяла я вот этот коврик. Папе, думаю, в деревню такой при входе положить. Затем купила ему на стол вот такую вот скатерть. Вот, ну, обычная, белая, там, с каким-то рисунком, тоже недорогая. Думаю, в деревне все пригодится. Вот, затем купила нам в раковину, как раз серенькую, под нашу раковину решетку, потому что у нас не было решетки, и, не дай бог, если что-то упадет, то раковина может разбиться. Так сказать, вот такая вот решеточка должна лежать, так она предотвращает удар. Я просто уже села книжечку читать. Так, и купила вот такую вот сумку серую, посмотрите, прям под коляску. Вообще идеальное сочетание, потому что у меня не было сумки для коляски, мы не покупали, как-то вообще вылетело с головы, а вот это, думаю, сложу и повесить можно на ручку, и так вообще сложить какие-нибудь разные мелочи. Вот, так, что еще? А, и себе купила вот такой вот ободок для волос. Правда, надо померить, подойдет ли он мне. Смотрим. После хвоста так корни волос болят. Вот, ну, чисто дома так ходить. Как? Сейчас посмотримся. Ну вот, в принципе, нормально. Нормально. Настюшка! Так, далее. Мы зашли с Настей по-быстрому в гипомагазин. Я Настюше купила вот такое вот детское печенье овсяное. Я уже на улице открыла. Дала две штучки Флёр Альпин. Это у нас производство. Не вижу. Бельгия. Так, далее. Я купил Настюше вот такую вот кружечку пластмассовую.
Вот, ребенок взрослеет, и нужна взрослая посуда. Не, не того. Так, это у нас фирма Caprol Babies, чашка. Вот, производство. Производство, не знаю, что это. Caprol's Baby. Разработано и протестировано в Европейском Союзе. Так, что еще? Далее купила себе вот такую вот новинку, лак для волос. Я брала в прошлый раз Got to Be, такой стальная хватка, желтый. А сейчас вышел какой-то Мега Мания Push Up Effect, лак для волос для сексуального объема. Вот. Такой вот лак. И себе новую расчесочку. Ура! Блин, не люблю вот эти этикетки. Ну, вот такую вот купила. Ой, такую большую, прям как массаж для головы. Вот, так что вот такие вот у нас покупочки. Сейчас пойду это все разложу по местам. И так, у нас сколько? 4 часа. Скоро Настюшке дам творожок или йогуртик. И потихоньку надо уже собираться в деревню. А мы уже начали сборы в деревню. Я сложила Настюшины вещи. Вот в эту вот сумку. Затем, что мы берем? Стиральный порошок Мара, кстати, наш белорусский. Помощница моя. Далее, здесь мешки из-под картошки. Тоже берем с собой. Далее, что берем? Вот такой вот диклофос. Взяли липкую ленту от мух. Ты помогаешь. Затем моющее средство, мыло, морские минералы, зубную пасту. Все сразу пакую по пакетам, потому что, скажи, завтра маме некогда все собирать будет. Катерть, которую я фикс прайсе купила. Что ты там пальчиком увидела? Так, затем папе купили, как презентик с санатория Бригантина, где мы были, вот такие шлепки. Ну, обычные резиновые, они такие удобные на все случаи жизни. Все сразу складываем. Так, далее. Тут Сережа сложил. Забыли, когда велосипед везли. Сиденье и насос. Тоже это уезжает. Так, в фикс-прайсе уже давно покупала. Все никак не отвезу. Это для зубных щеток и для столовых приборов папе. Вот, в принципе, все, пока все, продукты завтра сложу. Наверное, скорее всего, буду заказывать, потому что времени ходить по магазинам совсем нету. Вот, папа наш живет в деревне. Вообще, он всю жизнь прожил в Минске, но уехал в деревню в связи с обстоятельствами. Он смотрел свою маму и отца, то есть мою бабушку, дедушки, они были очень, ну, больны, и он поэтому отказался от работы, ушел с работы, и вот один смотрел бабушку и дедушку, вот. Так что все, собираемся, главная помощница тут как тут. Главная помощница тут как тут. Вот, у меня, кстати, лопатка опять заболела, не знаю почему, наверное, у меня может... Застудила, когда ходила, продула ветром.
Я уже намазала ультрафастином, выпила Найс. Надеюсь, что за ночь пройдет. Сейчас Настюшке поставила творожок, буду давать ей. С чем это? Персик, клубника. Боже, у Насти на весь вкус, на любой чай. Затем тут этот компот целый, компот с ягод я и варила. Воды только еще надо налить. Настюшка, у тебя тут там целое коктейльное разнообразие. Да, зонтик. Вот наши игрушки. Тут у нас полный хаос. Здесь бессмысленно убираться. Вот. И, кстати, собрала в пакет игрушки, которые хочу взять. Ой, кроме этого зайчика светили. И, ну, такие вот, которые Настя, в принципе, здесь не играет. И хочу там у папы оставить, чтобы были. Потому что там совсем не с чем играть. Настюша. Вот. Так что, что там? Сережа что-то в потемках сидит. Вот, да, Настюшка, ползи к папе, ползи. Я запустила стиральную машину, сейчас надо развесить белье. И нам сегодня обещали водичку дать горячую. Я надеюсь, что дадут. Сергей говорит, я сижу, жду, не грею, сижу, жду воду. Еще холодная. Что тут за детка? А, кстати, забыла показать. Настюше купили сегодня вот такую вот кружечку. А, я ж показывала. Точно. Совсем забыла. Так что все, дорогие друзья. Буду складываться еще в деревню. Ой, буду кормить Настюшку. Вот. Сейчас открою окно. Кстати, посмотрите, как у нас уже быстро садик построили. Уже площадку делают. Такую внешнюю облицовку. Очень быстро. Боже, какой воздух, вы не представляете. Вот эта вот зеленая зона, то, что у нас здесь, очень спасает. Ой, так что все, дорогие друзья, уже вечереет. Спасибо большое, что подписаны на мой канал. Мне очень приятно. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я не обижусь. Вот. Очень мне важно ваше мнение со стороны. Так что все, увидимся уже с вами завтра и уже в деревне. Так что всем пока-пока.